между воротами Красоткина и красной линией. То есть они отбирают шайбу, допустим, она выходит из зоны, и они ее сразу же туда возвращают, тем самым не давая поменяться гостям. И вот сейчас опять небольшими силами атакует Запад. Передача! И вот ошибка! Добивание! 3-1! Какая реализация моментов у Запада! И как там дают расстреливать Красикова? Где защитники красных? И посмотрите, какие эмоции на лицах игроков! Запад впереди! 3-1! Да, и забил игрок первого звена. По-моему, это Павел Новожилов был. Он оказался там рядом с воротами. Ну, а вообще все началось с того, что Гурин перехватил передачу. Нет, не вот здесь. Здесь перехват осуществил Чернов. И, кстати, вот четвертое звено, да, которое я отмечал. Вот здесь вот Гурин перехватывает, бросает. У него у самого не получилось забить. Однако получилось у Чернова. Причем во второй попытке даже. Вот посмотрите, вот тут, конечно, не очень неудачно выбрасывают шайбу. Тут серия рикошетов, и в итоге доработали эпизод. И вот это опять тройка. Нет, там не тройка, там было два игрока из четвертого звена. Новожилов уже вышел из первой. Не, ну все-таки молодцы, я отмечал четвертый звено в первом периоде у Запада. Но вот сейчас это сыграло свою роль.